вот мясо с правой стороны. Ну все, внимание. Мы начинаем подъем. Посмотрите, как он прекрасен этот. Так прекрасен. Так. Видишь, Миша, мы были правы, когда говорили о том, когда надо наливаться. Нам уже ничего не страшно. Обратите внимание, что фонари сделаны, как будто бы это чайки сидят. Видите? Да. И вот под нами, дорогие мои любимые, под нами река под названием Сена. И вон там с левой стороны, где вы видите краны, вот там порт Гавр и сам город Гавр. И вот там и впадает Сена в Атлантический океан. Тут море фотографируют. А вот это мост, посмотрите, как красота неземная. Да, она здесь широко развивается. Нормандский мост. А под ним что? Нормандский мост. Сено. Сено. Для коров заготовились. Ну такая широкая. А что-то я не понял. Как дорожка. Вот такая замечательная красота, но это еще не все. Вот это Нормандский мост. А дальше будет канал, который называется Большой Гаврский канал. И над этим каналом тоже стоит мост. Вон он впереди, видите? Как трек такой интересный, да? Вот по нему тоже мы сейчас поедем. Вот это большой канал Гавра.